Саша! Белобров! Саша! Да постой же ты! Сашка! Я и не узнал тебя. Вернулся. Здорово. Когда ты приехал? Сегодня утром. Ну, про наши дела ты, конечно, знаешь. Да, сколько воюем, никак не могу привыкнуть. Да. Вам в гарнизон? Так точно, товарищ генерал. Садитесь. Спасибо. Представляешь, Игорёшка-то мой нашелся. В детдоме. Вот как. А про Лялю ничего не слыхать? Да. Про Лялю пока ничего. А в училище Фоменко летал лучше всех. Мухин, прибавь. Тормозочки у нас, товарищ генерал. Вы как считаете сами про свое самочувствие? Можете работать? Могу работать. Хорошо могу работать, товарищ генерал. Плотникова знали? Дружили. Да. Дела. Надо бы к семьям сходить. Странная история получается. Все у нас теперь есть. Театр есть, парикмахерскую открыли. Казалось, живи и радуйся. А счастья все нет и нет. Шурочка, надо у Насти пару стульев взять. Саш, я покурю. Открыто! Сашенька, ну какой ты молодец, что ты пришел. Раздевайся. Настя! Мам! Ты настоящий друг. Белобровик приехал. Здравствуйте. Шурочка. Да. 3 месяца, а? Саша. Ранение, контузия. И ранение, и контузия. Я вам говорила, мам. Да. Настя, у нас гости. Раздевайся. Ну, Настя, выйди, да у тебя такое лицо. А в госпитале хорошо кормят? Мам, ну что за странные вопросы? Выжил. Саша, посмотри мне в глаза. Саша, посмотри мне в глаза. Они не вернулись? Задержались. Шура. Не вернулись. Подождите, я не понимаю. Что, собственно, случилось? Что произошло? Самолет не вернулся, так? Ну, примерно так. А вот и я. С приездом, Саша. Но они живы. Не вернулись. Просто самолет не вернулся. Не вернулись? Самолет не вернулся. Не вернулись. А? Что ж вы молчите? Шурочка. Шура. Ну, подожди. Шурочка. Подожди. Шура. Нет. Это старший лейтенант Белобров. Я же вам сказал, это старший лейтенант Белобров. Не вернулись! Шура. Мамочка! Шура. Мамочка! Настя. Не вернулись.
Все уже известно. Дорогая мама, пишет вам ваш сын, орденоносец Федор Черепец. Сообщаю вам о наметившемся изменении в моей жизни. Зовут ее Мария. Работает она по питанию. Детей мы планируем иметь 3. А у меня сегодня котлеты подгорели. Да, удивительно хорошо сегодня. Марусь, погуляем еще немного. А то завтра, глядишь, опять заметет. Моя? У меня? Ногою? Почти до самого уха достает. А ты вот попробуй, чтобы твоя Маруся до своего уха достала бы, ножищей-то. А я погляжу. Ну ладно, пойдем. Треска в масле кушать. Федор, женщины уважают власть и силу. А ты наебок, как долдон. Бегаешь и нюхаешь. Да ладно. Федор! Матросы, поторапливайтесь! Прилив начинается! Есть, поторапливайтесь! Бетховен. Застольная. Я ее жду на кухне, хотя наглядно ясно, что Маруся на разгрузке маргарина. Надо помочь. Маруся! Куда прешь? Очумел? Ты чего на меня орешь? Товарищ младший! Вам для чего техника дается, если вы не умеете ею пользоваться? Лебедкой надо было зацепить. Лебедочкой, Марусь. Лебедкой? Какая лебедка? Какая лебедочка? Вредитель! Как ваша фамилия? Пальто и сапоги черные. Суконные. Вы же ВВС позорите. С меховым воротником. Как же вы? Нехорошо получилось. Чего вы там бормочете, а? Попрошу не улыбаться и встать, когда со старшим по званию разговариваете. Ну, есть. Как ваша фамилия? А, сержант? Товарищ младший лейтенант. Да не хотел он. Ну, правда, чего ты улыбаешься? Марусь. Игорёшка наконец приезжает. Вот жизнь, а, подождите, Саша? Подождите. Это вы по моему рапорту летите? Да. Ты Семечкин? Я Семушкин. Понимаете, я этому мессору с 30 метров давал. Ну и как я давал? Я еще ни разу в жизни так не давал. А он летит, отскакивает от него снаряды. Ну ведь так не бывает, Семечкин. Ну не бывает, Семушкин. Но... Я же гиперболу применил, но я ему с 30 метров давал. Ну не рухнул объятый пламень. Не рухнул, собака. Ну ты гусь. Тормози! Ты не просто гусь, ты гусь-фантаст. Такого гуся еще и поискать надо. Гиперболу он применяет, а, Гаврил? Заслуженных, можно сказать, товарищей посылают разбирать его работу. Ну, летим туда, не знаю куда. Искать того, не знаем кого. Того. Того, этого. Ничего, Семушкин, заслуженные товарищи не подведут. Товарищ старший лейтенант, самолет к улету готов. Хорошо. Ну что, Черепец, опять вместе? А как же? Хорошо. Эй, такая сестричка! Подождите! Подождите, сестричка! Здрасте, сестричка. Здравствуйте, товарищ полковник. А я же не полковник, я старший лейтенант. А я сестричка, я санитарка. О. Вот. Замполит к нам. Здравствуйте. Готовы к полету? Готовы. Ну что ж, в воздухе повнимательней. Найдете самолет, будет возможность, постарайтесь сесть. Семушкин утверждает, что не мог промахнуться с такого расстояния. Да Семушкин нам уж все уши прожужжал. А у разведки есть данные, что немцы ставят на этот тип самолета новые прицелы ночного видения. За этим и летим. Добро. Белобров, ознакомился я с вашим рапортом и с рапортом товарища Михеенко. История некрасивая, безобразная история. А как бы вы поступили на моем месте, товарищ подполковник? По-человечески я могу вас понять, но не оправдываю. Разрешите идти? Счастливо. Спасибо.
поезд отправляется. Вообще в воздухе свистеть плохая примета. А петь? Ну, это можно. Только про любовь. На Кильдине, говорят, кита выбросила. Здоровенный китище. Да ну. Вот интересно, зачем они на берег выпрыгивают? А он маргарина накушался. И вот этого маргарина, значит, травило сильно. Да так, что он сам решил с этой жизнью покончить. А когда он с жизнью прощался... Кто? Он кит. Он очень сильно рыдал. И все просил какую-то Марусю показать. За которую безвинно гибнет. Товарищ гвардии старший лейтенант! Что вы в самом деле? Да вы-то что? Кита жалко. Вон, вон! Вон он, немец лежит! Справа! Где? Он! Точно он! Товарищ командир! Вижу, вижу. Сейчас кружок сделаю. Попробуем сесть. Да, это тот самый, которого Семушкин гонял. Вот он ему давал. И здесь всего прошил. Непонятно только, как он еще летал. Ну, все правильно. Ночной прицел. А. Там тебе этот ас не мешает? Не мешает, пусть сидит. Ой. Сколько ему лет, как ты думаешь? Не старше нас. Воздух! Фашист! Фашист! Воздух! К ходу, Сашок! Я им кричу: фриц, фашист, фашист! Они ухи развесили. Порядок. Товарищ командир, чего вы вправо взяли? Правильно взял. Правильно. Ты к Плотникову? Да. Вон аж где кусок фюзеляжа, а вон плоскость. Орвануло-то как, а? Да. Жалко, сесть нельзя. Ну что,